Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев и глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков на строительной площадке объекта, открытие которого без преувеличения ждут все родители маленьких жителей области. Детскую больницу в 10 этажей, включая подземные, где будут оказывать помощь в 28 профильных отделениях, планируют открыть уже в марте 2024 года. Регулярные инспекции стройплощадки позволяют учесть все нюансы в возведении инженерной инфраструктуры и самого здания, отметили проверяющие. Строительные работы вообще в круглосуточном режиме. Здесь трехсменная работа. Слава богу, есть понимание по поставкам материалам и всему необходимому комплектующему. Поэтому наша задача совместно со строителями, с коллегами из блока здравоохранения – сопровождать этот процесс и уже даже переходить дальше в другой цикл. Нам придется здесь очень много привлекать работников сферы здравоохранения. Мы, я уверен, совместно с коллегами будем заниматься этой работой, которая всегда будет направлена на результат. Готовность объекта площадью 115 тысяч квадратных метров – 12%. Темп набран хороший. Рабочие уже приступили к возведению четвертого этажа здания. Строительство ведется в рамках нацпроекта здравоохранения и региональной программы модернизации первичного звена.